«Хакеры», 95-й год. Блин, какой классный фильм, ребята. Команда гениев киберпреступника вступает в виртуальный бой. С корпорацией. Триллер с юной Анджелиной Джоли в роли пацаненка. У нее прическа здесь просто бомбезная. Но, тем не менее, тетка-то губастая, сексапильная. Джонни Ли Миллер, Джонни Джоли Ли, Анджелина Джоли, Джелли Брэдфорд, Мэтью Лерард, Лоренс Мейсон и другие гаврики-актеры. Режиссер Эйн Софтли, ребята, дядька подарил нам планету Капекс. Изгой, ключ от всех дверей. Не забывайте про это. Ну а бюджет 20 миллионов бакинских. Команда гениев киберпреступников вступает в виртуальный бой с корпорацией. Надо же, куда замахнулись. Триллер с юной Анджелиной Джолюхой. Сборы США на 7 миллионов бакинских, в Америке было 1,7. Посмотрели, премьера в мире 15 сентября 95-го. Час 45 пролетят, друзья, просто с какой-то сказкой. Фильм получает от нас 7 баллов. Развлекаясь манипуляциями в коммерческих сетях, начинающий хакер делает почти невозможное. Взламывает защиту секретного компьютера Гибсон. В корпорации Эллингтон при этом он случайно подключается к схеме хищения средств, искусно замаскированный кем-то под компьютерный вирус. Вот так. Действие, которое может привести к глобальной экологической катастрофе. Ёба-буба. Молодой хакер и его приятели в доли секунды, ну и в доли тоже, превращаются в подозреваемых. А ходу за ними начинает ФБР и главный компьютерщик корпорации Эллингтон по кличке Чума. Чума! Ну, почти чувак. Фишер Стивенс. Однако молодые хакеры раскрывают губительность истинных планов Чумы и объединяют свои технические знания, чтобы запустить массированную киберпространственную атаку, вот так вот, которая должна очистить их от подозрений и предотвратить экологическую катастрофу. Бугагаху. Фильм неплохой, ребята, очень хорош. Еще на кассете, на видеокассете смотрел его. Ну и сейчас с удовольствием пересмотрел уже в сети. Как меняется, друзья, время. Фильм классный. Советуем. «Хакеры», 95-й год. Обязательно к просмотру. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, игра ревью в Яндекс.Зен. Мы ждем вас везде. Ждем и любим. Это Грет. И welcome back.